они же ничего не делают. Вы посмотрите, в Автодоре остались все те же, что и были. Они как привыкли воровать, так и остались. И ничего не меняется. Можна говорити, що хочеш. Якщо немає акта технічного обстеження на даний момент, а його ніхто не робив останніх років 20, що може 25. Наша власть каже, що ми живемо добре. Так само мости стоять добре. Діло в тому, що ви ж бачите, що ремонти ж у нас практично не проводяться. У нас все запущене, якщо так, так сказати. Все позапусково. Раніше ж якось була якась відповідальність, люди за щось відповідали, чогось боялися, а зараз кожен сам по собі. Все требует ремонта. Мы все уже пришли в ту крайнюю точку, когда долго не проводилась профилактика, поэтому кругом нужна профилактика. И, естественно, денег нет, и не справляемся мы со всеми ремонтными работами. Просто надо быть внимательными. Есть специалисты, которые, я не помню, как они называются, по старым материалам. Они могут оценивать и старые здания, и старые мосты. Любое что-то приходит в негодность, как и люди. На самом деле, говоря о Шулявском мосте, он уже много лет, насколько я это видела, находился с укреплением вот этих временных конструкций, поэтому то, что с ним произошло, это не случайность. Поэтому, хотя власти говорит, что мосты в хорошем состоянии, она не может на самом деле говорить, что это так, поскольку временные конструкции не ставятся просто так. Поэтому, значит, они что-то знали, и, значит, они просто проигнорировали этот факт. Они летают на вертолетах, им это неизвестно. Шулявский еще, ладно, вы все остальные посмотрите. И уже не будем о мостах, дороги в ужасном состоянии. Мосты – это всегда было больное место. Я сам автомобилист, я вам скажу, что ни разу у меня еще с минусом поездка не так. Обязательно где-то что-то да получится. Ну, он когда-то должен упасть, если не прикладывать к этому каких-то, если не проявлять внимание к этим объектам. Это однозначно совершенно. Я считаю, что здесь ни при чем абсолютно мэр. Да? Потому что мост уже готов был. И был бы другим, то есть кто-то другой мэром, это ничего не изменило бы. Поэтому я думаю все-таки, что нужно, конечно, начинать все с себя, каждый на своем участке. Да? И тогда, наверное, что-то изменится в стране. Я очень надеюсь на то, что все-таки это произойдет.